Всем привет! С вами канал Дом 49. В продолжение темы о несанкционированной торговле в мытищах покажу вам еще парочку иллюстраций. Несанкционированно установлена палатка около дома по адресу улицы Веры Волошиной, дом 20. Несанкционированно установлена палатка около дома по адресу Благовещенская улица, дом 9. После получения предписания данная палатка была перемещена на другую сторону дороги и сейчас стоит напротив магазина «Красное и белое».